Всем привет! В сегодняшнем выпуске ЗСБО ТВ мы представляем вам нашу новинку. Это мобильный приобъектный бетонный завод Mobil25P с планетарным противоточным бетоносмесителем ВПП-3В-375 на 375 литров. Данный бетонный завод рекомендован для работы в составе вибропрессового оборудования и для производства ЖБИ-изделий. Работа завода осуществляется в автономном режиме. После выбора определенного рецепта для приготовления бетона выбирается требуемый объем. Далее установка приступает к производству. Контроллер и сенсорная графическая панель управления на базе контроллера Siemens. Инертные распределяются по отсекам бункера по наименованию. Стоит отметить большую вместительность данных бункеров – 2 бункера по 4 куба, всего 8 кубов инертных материалов. Также стоит отметить большую загрузочную ширину – 2,9 метра. Несомненным плюсом является и невысокая загрузочная высота – всего 2,8 метра. Инертные материалы попадают из бункеров на весовой конвейер, и по весовому конвейеру попадают уже непосредственно в сам бетонный смеситель. Данный смеситель идеально подходит для жестких смесей и производства высокомарочного бетона. Также он идеально подходит для производства сухих строительных смесей. За один цикл производится 0,25 куба бетона. Цикл длится менее минуты. Таким образом, один куб бетона производится за 2,5 минуты работы установки Mobil25P. Предлагаю посмотреть, что находится внутри смесителя. Лопасти смесителя выполнены из износостойкого чугуна. Также в комплектацию завода входит итальянский компрессор ABAC. Перед нами блок дозаторов, состоящий из трех компонентов. Дозатор цемента на 150 кг, снабженный пневматикой коммоци, дозатор воды и дозатор химической добавки. Основное преимущество Mobil25P – его компактность. Его высота составляет всего 3,2 метра, что позволяет размещать его на строительных площадках в цехах с небольшой высотой. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Всем пока!